ничего не расскажешь? Считаю, мы должны ему сказать. А я считаю, что нет. Это трудно понять. Да уж, нелегко. На что она обиделась? Ты же ее знаешь. Я пригласил ее, чтобы предложить переехать ко мне. То есть ты решил слегка осложнить себе жизнь? Трахни кого-нибудь. Точно, трахни кого-нибудь. Думаю, мы должны быть честны друг с другом. Я не уверена. Что вранье? Все, до последнего слова. Она забеременела, только от другого. Он как мой пес, ходит за мной по пятам, все время пялится на меня. Лаура! Что? С кем говоришь? Ни с кем, иду! Почему она солгала? Мы все иногда лжем. Потому что я очень зла. Жутко. Тебя застукали? Думаю, это самое странное, что с тобой случалось. Она меня поцеловала. Тебя. Что это за намеки? Фиона! Мы сделаем вид, что ничего не было. Вот и вся. Лично у меня нет желания смотреть, как мои подруги мастурбируют, переодевшись в медсестер, а у тебя? Нет, нет, что ты?